Всех зрителей приветствую в новом 2020 году. Недавно я вам рассказывал, что у меня фаленопсисы потеряли листья, подгнили немножко. А вот смотрите, теперь как выглядит фаленопсис. Уже пошел новенький свежий листочек. А вот как выглядят тилансии. Вот у этой тилансии четко видно детку. Она уже стала делиться нижняя из этих двух тилансий. А вот как загнулась вверх, загнулась тилансия. Свежие молодые зелененькие листочки салатовенькие. Тилансия вся изогнулась к свету, хотя ее разместил вниз головой. Вот как растет тилансия. Очень похорошели вот эти вот почвопокровные растения. Уже много листиков на эхинодоросе. Хорошие сухие листья вышли. Блестящие. И вот так вот выглядит анубис. Вот эти вот две стрелки отцвели. И вот еще идет цветочная стрелка. И вот еще цветочная стрелка. Анубис цветет. А вот здесь вот молодой листочек развивается. Анубис чувствует себя просто шикарно в этом полидариуме. Вот так вот полидариум у меня расцветает. Ну, про криптокорину я вообще молчу. У нее уже я сбился со счета, какой цветочек идет уже. Пятый или шестой. Вот опять же цветет криптокоринка. Куст цветет непрерывно. Цветет по кругу. Там вот был цветок, здесь был цветок, теперь вот этот вот цветок. Вот мы видим молодые листики посредине пруд. Вот так хорошо растет криптокоринка в этом полидариуме. Ну и вот этот вот винта, по-моему, криптокорина, если я не ошибаюсь, тоже растет отлично, но еще пока не цвела. Вот такие дела в моем полидариуме. Драгоценную орхидею я отстриг от маховой кочки и разделил на две веточки. Вот одна вот веточка, одну веточку посадил сюда, просто положил на грунт. И сейчас она выпускает молодые листочки. И вот вторая веточка. Хорошие бархатистые листья. И вот мы видим здесь из серединки уже пошел свежий молодой листочек. Она тоже у меня просто положена на грунт. И в таком состоянии растет драгоценная орхидея. Это та, которая у меня цвела полтора месяца назад или месяц. Цвела вот эта вот макушка. Вот она сейчас подсохла. И по бокам идут молодые макушечки с молодыми листочками. Вот молодой листочек на драгоценной орхидейке. И вот так вот разросся папоротник, который здесь появился самостоятельно и был маленьким-маленьким таким вот росточком в один листочек. А сейчас у него уже полно листьев. Так вот выглядит папоротник через стекло сбоку.